Всем привет, ребята, с вами Джов, и сегодня я решил вам подвести немножечко максимально тупого контента. Весь YouTube любит реакции. Блогеры смотрят ТВ-шоу, блогеры смотрят приколы, блогеры смотрят друг друга, блогеры смотрят стримы, блогеры смотрят друг друга и чужие ролики. Но, друзья, есть новый high-level уровень контента. Это когда один блогер смотрит на другого блогера, который еще что-то смотрит, а там еще что-то происходит. Короче, такое, знаете, окно внутри окна, внутри окна, внутри окна и так далее, и так далее. В общем, сегодня немножечко такого топового контента вам в ленту. Если понравилось, прожимайте лайк, и будем еще пилить такой же больше веселой тупизны. И первым делом, друзья, у нас Макс Блади Блоу, который решил посмотреть мои старые бомбежки. Заваривайте себе чаек и погнали, ребят, посмотрим. Если нам понравится, то поставим лайкос на видос, а пока давайте просто заценим. Я хочу в этом видео перед вами извиниться, как я иногда себя веду. Извиниться за то, как иногда у меня горит задница. Извиниться за то, во что это все выливается. Нормальный биток, пацаны. Нормально, нормально. Начало мне нравится. Мне стало стыдно. Поэтому с этого дня я буду лучше. Буду максимально спокойным всему. Нейтральным. Толерантным. Ага. Бля, это реально прикольно. Бля, это прям очень неплохо. Есть какая-то синергия, да? Вот вдвоем с Максом интереснее смотреть ролики. Жми лайк. Уроки еще рифма проходят. Охуеть! Охуеть! Пидорасы из... Сука! Там было сказано из Минска. Блин! Яга, ты, блядь, так заебал? Это точно будет 18+. Иди нахуй! Сдохни! Бля! 1710. Как же бомбить, ёб твою мать, от бабахи 1710. На 30! На 30! Блядь, это не играет! Я господи, господи, какая же она, блядь, конченая, блядь! Друзья, бывало ли в вашей жизни когда-то такое ощущение, что в ней слишком мало танков? Я готов прийти к вам на помощь. Окунись в уникальный мир Второй мировой войны. Собери всю коллекцию танков и оружия, которые вдобавок воплощены в крутом качестве. Почувствуй вкус истории. Ведь ты можешь стать командиром целого войска в сражении на реалистичных картах на знакомых улицах городов или на известных территориях. Также тут есть все нужное для стратегии. Высокая вариативность действий. Проработанный до мелочей боевой процесс, где вы будете получать мгновенный отклик от совершенного действия. Никакого pay to win. Это чистая стратегия, где победа зависит из исключительно от вашей смышленности и стратегических навыков. Переходите по моей ссылке в описании и по промокоду WARPATCH30 получите следующие плюшки. 200 золота, 100 тысяч ресурсов на военные расходы, 100 тысяч стали, нефти и опыта для старта. Это очень вам поможет в самом начале и даст преимущество над другими игроками. Приятной игры! А вот это, ребята, вам точно понравится. Джов смотрит как Дезертот, смотрит как Джов, смотрит лучшие приколы. Погнали! Да, посмотрим. Да ёбаный в рот, Дэс. Как раз тут вот 15 минут, сейчас посмотрим. Нахера ты, друзья, передвинул? Алё, ну куда мне теперь ставить вебку-то, ёб твою мать. А, это стандартная хуйня, даже не интересная. Да ладно, нормально, чё ты начинаешь? Скилл это естественное преимущество, отрасти скилл. Серебрушка. Родной. Да разве это скилл? Вот скилл. Хорошо, блядь. Хорошо. Блядь, единственного статиста в команде въебал. Да. А, это стальной охотник. Ша, запускай, все. А, я помню. Да, подлети сейчас. Сука. Это как пердак Дезертода сегодня на линии фронта. Также мое очко взмыло сегодня в воздух. Обезьянка. Говно, блядь.
Это надо с моими. Гоу, вместе упадем, блядь. Охуенный контент. Охуенный контент. Это пиздец, бля. Три дегенерата. Пять, блядь. Чувак, направо сворачивай. Блядь, направо, дурак, сворачивай. А там без вариантов. Спасибо за разработчикам. Один только выжил, двое. Классные карты. Это просто World of Tanks, блядь. О. Ту-ду-ту. Блядь, сука. Блядь, больше сейчас этого нет, нет? Два джоу ржут одинаково. Сука, какую хуйню я снимаю. Бля, хороший танк же. А ну-ка. Да конечно, блядь, хороший. В каком нахуй месте он хороший? А ну. БК. Блядь. Я, блядь, предугадываю это дерьмо раньше времени. Второе БК. Третье БК. Три БК за один бой. У меня максимум две было. Great job, ёпта. О, ну да сейчас... ладно, блядь, да ладно, да ладно, да ладно! Да, да. Пиздец. Пиздец просто. Пацану респект на КВ2. Это заебись. 54, сильный. Или анскильный, не знаю, как там правильно. Судя по одной отметке, так себе. Пиздец. А он просто ехал прямо. Неловкая ситуация. Да. Наша игра. Я работаю на отъебись, как и все. Норм его въебали. Блин, сейчас подпрыгнет на башне? Да. Блять, не, выки. Он подъезжает сзади, толкает на него башню и понеслась. Это пиздец. Нихуя. А, ну это воин, наверное, какой-то стандартный. Я такое делал, когда это еще не было мейнстримом, Киевсарочка. Блять, урона вообще нет. Он реально подсасывает фраги. Подсосать надо, нахуй тот дамаг. А что прикольного? 7. Another one. Оставить? Another one. Давай. Let's do this. Бля, сейчас обосрется. Бля, я это помню, ребят. Все, что вы увидите дальше, может принести вам... Я помню, ребят, ну вы помните этот момент. Что-то будет, пацаны. Он, блядь, не попадет в него ни разу. ...достигших 18 лет. Настоятельно рекомендую подписаться на канал и закрыть это видео. Я предупредил. Чё, блядь? Он не попадет ни разу. Охуеть, пушку. Кумысами без урона. Блядь, он ни разу не попадет. Ни разу не попадет, блядь. Отвечаю. Блять, он не попадет! Отвечаю! Пиздец! Да! Как, блядь! Жри говна, блядь, многокнопочный ублюдок! Это пиздец! Просто жри говна многокнопочный и страдай! Мне пизда ПТшки, он его расстреляет. А у артовода-то? Нахуя ты делаешь, нахуя? Снаряги нахуя ты это делаешь, нахуя ты это делаешь, нахуя ты это делаешь, нет! Тарань! Тарань! Бля, промахнется. Масленник
пизда, пизда тебе, ПТ-шка ебаная. Бля. Вот это жесть. Вот это жесть. А тут, ребята, там снова становится трое вместе с другом Кирилла, и мы смотрим, как левша обосрался. Дайте воина, челлендж, пацаны. Во. Как ты здесь выжил? Бля, он сейчас обосрется. Охеренный бой у пацана. Он же фуловый. А, ну не фуловый, там, ну все равно хп больше, чем. Танканите, блядь! Дайте воина, теперь танканите. Много хочешь, Димочка. Так прыгай, Дима, ну прыгай, ну что ты, разгонись и прыгни. А он что, не сможет опустить ствол? Мне кажется, может опустить ствол. Во, вот так вот. Бля, он не поднимается обратно. Бля, он сейчас катится вниз, я чувствую. О, я нормально. Этот пульс фугасом ебанет. Фугасом, фугасом. Ебать. Нормально. А где обосрался? Ебать. Бля, сейчас фугасом всечет ему. На, нахуй! Тащил, тащил. Губа порвалась. Это все потому, что у него кнопка от варгейма. Губа порвалась. Хорошо, Дим, хорошо. Маус, пацаны, он ко мне приехал. Все 3000 хп сейчас мои будут. Ага. Ты еблище-то раскатал, я хуй. Бля, он там не один. Пацаны, помогите кто-нибудь. Я здесь один. А, уже помогите. Бля, он реально на фланге один левша. Ты вообще видишь это? Ага. Ага. Ему пизда. Его сейчас зажмут со всех сторон, его сейчас убьют. Блядь, не пизда ему. А второй? Он сейчас не будет пробивать. Ааа! Бля, надо было через каток стрелять. Не, да. Не, пизда Димасу, все. Димасик. Все, его размотали. Ну, да все, ГГ. Да нет, ГГ. Какой-то. Да ну, ну блин, да ладно. Сейчас сзади еще какой-нибудь принц проедет. Да. А, твой друг-то не поехал с тобой. Ну нахуй ты в башню стреляешь, надо было через каток сбивать. Поджимайся, поджимайся. Поджимайся. ТВП сзади. Еще ТВП при... Да блядь. Он ему ни одного урона не нанес. Смотри, не матерится, не матерится, не матерится. Да нет, это клетка. Ну, ты что за команда? У кого-то секс. Я понимаю, что я один в город приехал. А у меня волос нет, поэтому мне нечего, блядь, торгать. Должен агрессировать, должен не бояться. 8 тысяч урона просто так не дашь. Ну что там 8 тысяч урона просто так не дашь? Один на фланге. Да есть у меня стороны ТВП, я вообще так размотал. Короче, блядь, все. Вот. Смотри, старается не материться. Да. Смотри, какой добрый. Стрим, но у меня с артой, конечно, везет круто. То есть вырезать арту будет одно удовольствие. Сейчас прилетит от арты. Бля, там бабаха стоит. Ой бля! Наша игра. Не видели. Да, встаньте, Димон. Знаешь, давай, Димка. Вот, у левши, левша обосрался всего лишь 10 минут, блядь. А-а-а. Если снимать такой выпуск, где Зертот обосрался, можно просто весь стрим выкладывать. Или джоб. А на этом, дорогие зрители, у меня все. Если понравился такой мега офигенный, но тупой контент, мне звонят. Пора. Друзья, если вам понравился такой мега охуенный, но тупой контент, жмите лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Я побежал.